Варвара Вольтман-Спасская, девочка у рояля. Стрелки непочиненных часов, как трамвай, неподвижно стали. Но спокойно, под набат гудков, девочка играет на рояле. У нее косички за спиной, на диване в ряд уселись куклы. Бомба! Слышишь? В корпус угловой! Дрогнул пол, коптилка вдруг потухла. Кто-то вскрикнул, стекла, как песок, заскрипели под ногой. Где спички? Девочка учила свой урок, в темноте играя по привычке. Так еще не пел нам Мендельсон, как сейчас в тревогу. И весь дом был музыкой нежданной потрясен в грозный час разрыва близкой бомбы. И наутро, в очередь идя, постояла я под тем окошком. Ты играешь, ты жива, дитя, потерпи еще, еще немножко. Зимовать остался Мендельсон, как надежда, музыка бессмертна. Стали стрелки, город окружен до своих большие километры. Хлеб, как пряник, съеден по пути. Раскладушка в ледяном подвале. Но, как прежде, ровно с 9 девочка играет на рояле.